Научат программировать роботов, печатать на 3D-принтере и вытачивать детали на токарном станке, которым управляет компьютер. Преподаватели технологии, физики и информатики повышают квалификацию. Уроки для учителей будут проводить в течение 2 недель. Для этого пригласили преподавателей из Екатеринбурга. Они помогут освоить технологию виртуальной реальности и 3D-печать. Научат программировать фрезерные и токарные станки. На курсы пришли 50 педагогов из 20 школ. Напомню, в прошлом году в Первоуральске открыли первые в России так называемые классы технологии. Это должно помочь школьникам определиться с профессией и начать ее осваивать. Такие учебные классы оснащены оборудованием, которое стоит на производстве. К примеру, здесь разместили токарно-фрезерные станки, швейные машинки, оборудование для приготовления блюд. В этом году планируют укомплектовать еще 9 подобных классов. Уже не только в школах города, но и в ближайших поселках. Для работы на оборудовании необходимо подготовить преподавателей. После обучения они должны будут сдать экзамен, представить проект по одному из направлений. Это и робототехника, это и учебные станки ЧПУ, это и для девочек ткацкие станки, и швейные, и вязальные машины. И именно данная программа будет направлена на обучение педагогов навыкам, практическим навыкам на данном оборудовании.